Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Удерживаем свет, несмотря ни на что. И поэтому сегодня предлагаю вам тему «Балансировка равноденствия. Открытие сердца и божественные союзы». Читает Лора. Балансировка равноденствия. Врата равноденствия открываются, и многие уже чувствуют это. Ощутимые аспекты 3D-реальности быстро разваливаются на части. Больше нет никакой энергии, чтобы поддерживать такой образ жизни. Все, что в вашей жизни построено на контроле и эгоистической выгоде, разрушается. Поскольку старая 3D-парадигма стремительно исчезает, мы гармонизируем божественное мужское и божественное женское внутри и снаружи, великой балансировки. Это приведет глобальное сознание 4D, и мужское и женское начало будут активироваться в унисон для равноденствия и далее. Постепенно мы объединяемся в единство. В течение этого времени мы очищаемся от старого мира и рождаем новую парадигму гармонии и равенства. Это может быть пугающим, когда мы прощаемся с теми аспектами нашей жизни, которые больше не служат. Но не бойтесь, все, что разваливается, будет выстроено более сердечно центрированным образом жизни. Глобальное сознание коллективно поднимается в 4D, но отдельные лица всегда могут подняться и выше. Как бы то ни было, после равноденствия никто не сможет спуститься ниже. Гайя не поддерживает 3D, и эта дверь закрывается. Старая парадигма существовала для того, чтобы исследовать «я», как отдельная от источника свободная воля. Теперь мы берем в 4D то, чему научились жить из сердца. Пробуждение в 4D. 4D связано с сердечной чакрой. Это наиболее сильная и самая большая чакра в теле, как и самая важная. Мы переживаем открытие сердца, и это влияет на наше целостное представление о реальности. Вместо того, чтобы сосредоточиться на себе, как мы делали в 3D, теперь мы учимся сопереживанию и тому, как общаться с другими из сердца для взаимной выгоды. В наивысшем благе из всех. 4D – это алхимический союз противоположностей. Мы готовимся к единству, которое переходит в 5D. И это означает, что все скрытые части нас самих должны проявиться и быть интегрированы в целостность. Это включает в себя любые прошлые страдания, карму, травмы, прошлые жизни, тени и устаревшую плотность в теле. Этот этап нашей эволюции является сложным. Лепестки сердечной чакры раскрываются один за другим, как цветок лотоса. Некоторые лепестки прекрасны, некоторые болезненны, некоторые измождены и изношены. Обнимите их все и дышите. Это открытие может быть очень болезненным. Верьте, что вы будете успешно направлены вашей божественной командой. И вы выдержите возникающие штормы. Здесь у нас также есть интенсивная стадия мастерства теней,
завесы внутреннего разделения спадают, мы обретаем сознание астрального плана, и все наши личные демоны выходят на поверхность. Дело не в том, что нас внезапно одолевают тени или трудности. Мы просто начинаем осознавать то, что всегда было внутри нас. Мы не можем винить людей вовне или события. Мы осознаем, что сами создаем все это. Дорогие друзья, продолжение следует.